Перед учителями, воспитателями детских садов и ветеранами педагогического труда выступили воспитанники учреждения, подготовившие к празднику представление с единым сюжетом. Юные танцоры, певцы, музыканты порадовали зрителей креативными постановками. Наш сегодняшний концерт посвящен празднованию Дню Великой Победы. К этому концерту мы готовимся каждый год, готовимся очень давно. Участвуют все наши творческие коллективы. Мы готовим номера тематические, ну и вообще с хорошим настроением дети выступают. В концерте принимают участие творческие коллективы Дома детского творчества, танцевальные коллективы, вокальные коллективы, хоровые коллективы. То есть все те, кто могут сегодня принять участие в концерте, те, кто готовы к этому концерту. Гостей праздника поздравила с Днем Победы заместитель главы Лыткаринской администрации Людмила Иванова. День Победы – праздник, который нельзя забыть, отметила замглавы. Марина Лопаткина, Александр Тестов, новости Лыткарина.